Говорю, пошли по-хорошему в другое помещение, а то ну, я тебя застрелю. Она говорит, нет, никуда я не пойду. На что я снял с предохранителя и произвел выстрел с АКС-а. Куда в нее? Выстрел? Ну, в районе с височной части. Где ты застрелил? Здесь, покажи. Ну, здесь на входе стоял. Вот здесь на входе стоял? Да. Покажите, куда вы дальше понесли труп женщины. Вот это выпустили на вас. И полевой выстрел в голову вынесли сюда. Из какого оружия вы производили выстрел? Еще раз. АКС. 545. Немного испугался, много интересно было, как этот человек умирает. Это Драков, подтверждаете данные женщины? Да. Что? Да. И что, два парня на вузе остановиться, они не хотели останавливаться, потом остановились, я спросил одного из них, полянился три раза, он не ответил мне, и второй, я его застрелил, второй на отзыв полянился, ответил, хлеб, я его отпустил. Как вы производили выстрел? В очереди, сколько раз? Один раз. Короткая очередь. Сколько вылетело патронов? Три патрона. Какие у него были видимые повреждения? Низ бедра, верх бедра и чуть выше.